the night. Need the pale moon, lovin's for the fools. Baby, beware. Ну вот, друзья, второй заброс. Вот такие воблёжки. Плотва. Две штучки. Красавицы. Ну вот, друзья, еще две штучки. Две воблёжка. Небольшие, но это хорошие воблёжки. Такие пойдут еще. На нижний крючок, друзья, вот такая попала. Вот такая воблёжка. Хорошая воблёжка. Российский пограничник летит, но хорошо летит. Друзья, ветер поднялся, но ничего страшного. Проживем. Вот одна, вторая, третья. Три штучки. Вот парочка, друзья. Вот такие воблёжки. Плотва. О, для пива. Вот, друзья, смотрите, какая плотва. Вот эта плотва. Вот таких бы побольше. Хорошая плотва. Вот, друзья, как вам показать, а? 285 грамм плотва. По 200 грамм. Нормально. Так, ну вот, друзья, что я поймал на сегодня. До обеда за 2 часа 4 килограмма воблёжка. Вот, это хорошо. Вот здесь у меня уже повесил я вот такие воблёжки. Смотрите, какие красавчики. Вот, уже висят, 80 штук повесил. Здесь засол под грузом идет. А это уже посуду приготовил для соления. Так что сейчас покажем еще. Ну вот, друзья, вот так вот я наловил. Такая рыбалочка у меня получилась. Сейчас к вечеру, может, еще схожу. Немножко ветер, если утихнет, можно будет сходить попробовать. Доброе утро, друзья. Всех с праздником. Христос воскрес. 24 апреля. Вот первый заброс. Первый заброс. Небольшой подлещик, друзья. Вот такой подлещик попал. Ну, посмотрим. Вода пришла сегодня. И пришла здорово. Ну, друзья, вот такой подлещик попал. Вот он, красавчик. Вот такой. Вот такая воблёжка, друзья, попала. Вот она. Мелочи много сегодня. На том берегу вон сколько рыбаков стоит уже. Да. Вот такая. О. Вот такая парочка. Вот они. Эй, бабло. Плотва вот такая, друзья. Грамм на 300-то. Ой, вобла. Вот, друзья. Подлещик. Вот подлещик. Желтый прямо. А. Красавчик, друзья. Вот он. Вот, друзья,
Плотва. Вот они, парочка. Ну и как вам? Вот еще одна. Вот она, гирлянда. Три штучки. Ну вот, друзья, смотрите, два крючка сразу схватила. Как это так? Для чего голодная рыба, а? Вот дает. Вот такая вобла, друзья. Смотрите, какой. Две штучки. Одна небольшая, одна хорошая. Ну вот, друзья. Опять гирлянда. Но это уже хорошие воблёшки такие. Вот. Вот какие воблёшки. Три штучки. Ну вот, друзья, вот такие вот две густерки. Вот одна, вот вторая. Хорошие густерочки. Погода так и стоит, прекрасно. Пообедал, вернулся от первого заброса. Вот, ребят, такой подлещик. Вот такой красавчик. Попал. Хорошо взял. Молодец. Ну, друзья, вот такая вобла. Плотва. Сейчас как его взять лучше? Вот так вот, да? Вот плотва. И вот подлещик. А? Как вам? Рыбалка началась. Вот такой лещ, друзья. Вот он. Красавчик. Вот парочка, друзья, опять. Две штучки. Плотвички. Это что получается? Вобла кончилась, плотва. Пошли подлещики с лещами. Ну, тоже рыба. Вот такой. Тоже солить пойдет. Вот такой карась, друзья, попал. Вот такой. Вот карасик. Хорошо заглотил. Молодец. Вот этот бачок от стиральной машины. Это рыба сегодня пойманная. Вот такие.